Всем привет! С вами Громакина Ярославна, блог нашедети.ру. Сегодня мы поговорим с вами на такую тему, как гипергидроз или излишняя потливость у беременных. Беременность — такая прекрасная пора, но, к сожалению, она может омрачаться некоторыми состояниями, которые приносят определенный дискомфорт женщинам. И одно из таких состояний – это гипергидроз. То есть у женщин в положении начинает появляться повышенная потливость. Обычно это потливость стоп, потливость в паху, в подмышечных областях и под грудью. Женщина обращает внимание на то, что избыток влаги, да, одежда мокнет, обувь мокнет, и начинает волноваться, нужно это лечить или нет. Ну, давайте оговоримся сразу, что излишняя потливость при беременности, она не требует лечения и проходит спокойно после родов. Ну, у некоторых женщин может сохраняться еще некоторое время при кормлении грудью. Из-за чего вообще возникает гипергидроз? Основные причины — это могут быть набор лишних килограммов у женщин. То есть во время беременности растет не только плод, да, увеличивается там объем циркулирующей крови, но женщина, если начинает есть не на двоих, а за двоих, то она набирает излишние килограммы. И так уж сложилось исторически, что люди крупной, тучной комплекции, они потеют больше. То есть женщина набрала вес, соответственно, у нее может появиться излишняя потливость. Еще есть причина – это излишнее потребление воды. То есть во время беременности женщины некоторые испытывают постоянную жажду, начинают много пить, соответственно, кожный покров начинает выделять больше пота для терморегуляции, да, и контроля водно-солевого баланса. Но все-таки основной причиной было, есть и остается, это изменение гормонального статуса женщины. То есть во время беременности перестраивается наш гормональный фон, эстрогены, уменьшается их выработка, именно они контролируют потоотделение у женщины. Поэтому на первом триместре больше характерна потливость стоп, многие отмечают именно это. Во втором триместре, допустим, какая-то слепотливость была, она может проходить и снова усиливается на третьем триместре. Вообще, я думаю, если вы смотрите это видео, то вы, скорее всего, беременная, чистоплотная девушка, которая пользуется различными средствами гигиены, постоянно меняет одежду, но все равно, несмотря на все эти усилия, потливость не проходит. С ней нужно просто смириться некоторое время, 9 месяцев с ней прожить. Правда, вы можете, конечно, облегчить эти симптомы. Ну, каким способом? Можно носить белье из натуральных тканей, то есть хлопчатобумажное белье, не пользоваться синтетикой, потому что если вы будете пользоваться синтетикой, то помимо излишней потливости может присоединиться еще неприятный запах. Вот, да? Затем, как можно, ну, чаще рекомендуют тоже менять одежду. Change по-английски, да, меняем одежду. Проветривание, ну, хотя бы раз в день, если это уж зимнее время года делать. Если это теплое время года, то проветривание в комнате может быть постоянным. Затем принятие душа. Именно душа, не ванны, потому что именно когда женщина принимает душ, то она все свои поры
если они были там забиты чем-то, грязью, они вымываются. Именно душ. Так, и что еще? Ну, пить рекомендуют, конечно, около 2 литров воды. Если вы пьете больше, может быть, как-то ограничить себя. Если вы пьете там 3-4 литра воды, то, естественно, и потеть будете много. Но это не означает, что надо выпивать всего 1 стакан за целый день, чтобы не потеть. Нет. Вот. Ну, в принципе, у меня все. Потливость лечить не нужно какими-то средствами. Если вы пользуетесь постоянно дезодорантом определенным, ну, пользуйтесь, хотя говорят, что даже эти средства косметические можно ограничивать, так как они содержат определенные вещества или могут вызывать раздражение. Ну, не знаю, тоже вонять ходить особо не хочется. Поэтому используйте обычные средства, которыми вы пользуетесь, ничего придумывать не надо, хотя некоторым помогают. Бывают отвары какие-то, но перед тем, как даже использовать отвары, чтобы ими протирать кожу, все равно нужно проконсультироваться с вашим лечащим врачом. Легких вам родов, удачи! С вами была Громакина Ярославна, канал на YouTube «Наши дети», одноименный сайт. Подписываемся, ставим лайки. Всем пока!